Всем привет! Мы находимся на очень молодой перспективной улице города Новосибирска. Это улица Виктора Уса. Строительство жилья здесь началось только в 2012 году. Здесь нет ни частного сектора, ни деревянных домов, ни хрущевок. Также здесь довольно просторно. Хватает места и для детских площадок, и для парковки. Виктора Уса – основная улица микрорайона Акатуйский. Это часть Затулинского жилмассива, который в последнее время активно расширяется. Застройщики осваивают пустующие участки. Рядом находится площадь Кирова. Дорога из Акатуйского до площади Маркса на транспорте занимает порядка получаса. Протяженность улицы составляет 1 километр. Улица названа в честь героя Советского Союза, моряка, участника Великой Отечественной войны Виктора Георгиевича Уса. В 1946 он приехал в Новосибирск. Жил здесь, в Кировском районе, на Затулинке. Акатуйский очень-очень молодой жилмассив. Еще 6-7 лет назад здесь не было ничего. А сейчас на бывшем пустыре развивается большой микрорайон со своей инфраструктурой. Здесь есть и аптеки, и магазины, и доставка суши и пиццы, и студии красоты, и тренажерные залы. Здесь возводят дома эконом-класса. Приобрести квартиру можно по доступной цене. Это отличный вариант для тех, кто хочет купить стартовое жилье. Тут хороший выбор студий однокомнатных квартир. При этом есть двушки, трешки и даже четырехкомнатные. Сюда охотно переезжают молодые семьи, которые хотят увеличить жилплощадь. На Виктора Уса расположен детский садик «Ладушка». Здесь есть много детских площадок для детей, также центры развития для малышей и подростков, в шаговой доступности школы, поликлиники, медицинские центры, студии творчества и спортивные секции. Инфраструктура и доступные цены привлекают покупателей. Жилье в Акатуйском востребовано. Не случайно здесь работает жилфонд. Этот офис открыли специально, чтобы клиентам было удобно найти грамотного специалиста по недвижимости, который подробно расскажет о жилом комплексе и покажет интересующие варианты квартир. Кстати, неподалеку от микрорайона много садоводческих обществ. Дачу можно купить рядом с домом. Участки расположены от Акатуйского на расстоянии менее километра. Можно прогуляться пешком, доехать до дачного участка на велосипеде. До Виктора Уса есть небольшой парк. Отправиться на прогулку можно и на аллею, которая расположена совсем рядом, вдоль улицы Петухова. Можно посидеть в тени деревьев на скамейке у фонтана, в парке около здания администрации Кировского района. Покататься на колесе обозрения и каруселях в Затулинском городке аттракционов. Дорога до него пешком займет минут 20, на транспорте раза в два меньше. Кстати, рядом с городком аттракционов находится дворец спорта «Ледовая арена» и стадион «Фламинго». Здесь работают различные секции, тренажерный зал, клуб любителей фигурного катания. Есть прокат коньков для всех желающих. Переезжайте сюда, если хотите приобрести квартиру по приемлемой цене и в новом доме. Также приезжайте и на экскурсии. Обращайтесь в жилфонд на Акатуйском или в любой другой офис агентства. Специалисты покажут вам микрорайон, расскажут о планах его развития и также покажут вам варианты новых квартир. На этом пока все. Увидимся в следующих выпусках. Вас ждет еще много роликов про улицы и районы Новосибирска. Следите за видео на нашем YouTube-канале.